Напомним, что 24 мая офис фирмы Дмитрия Кузьмина «Два слона» проверила полиция. Проверка вызвала в Ярославле широкий общественный резонанс. Сегодня оценку этому факту дал Михаил Писарец, руководитель Ярославского исполкома партии «Гражданская платформа», фракцию которой в муниципалитете Ярославля представляет в том числе и депутат Дмитрий Кузьмин. Ситуация с Дмитрием Кузьминым, мы считаем, что она политически мотивированная. Вот, хотя партия и наше отделение Ярославское, оно достаточно молодое, но мы уже заявили о том, что собираемся идти на выборы в областную думу. Ставим перед собой ряд определенных задач, в том числе понижение тарифов. Здесь мы вспоминаем о ситуации с Ярославской сбытовой компанией. И в разрезе не том, что даже она производила финансирование благотворительное, поддержку фонда поддержки партии «Единая Россия», а в том, что есть такая вообще у них появилась возможность такие деньги, 55 миллионов за 3 месяца, перечислить в фонд благотворительности. А это монополист, это услуги, которые тарифицируются. Вот, поэтому у нас возникает сомнение по поводу экономической обоснованности этих тарифов. Это наша задача, с которой мы собираемся идти. Это также непрозрачность тендеров на строительство дорог, проводимых в области. Кроме того, одной из наших основных задач — это пробить, так сказать, оккупацию, пробить монополизм, политический монополизм одной партии. Да? Мы хотим, чтобы конкуренция в политической жизни была. Поставив определенные задачи, мы, наверное, наступили на больную мозоль нашим политическим конкурентам, и считаю, что действия, связанные с Дмитрием Кузьминым, являются как ответный шаг, вот, как попытка запугивания членов нашей партии.